забываем подписываться на канал и ставить лайки. Первая фраза. В первом уроке мы остановились на этом. Далее у нас идет первая фраза второго урока. Бьем по четвертой струне по пятому ладу средним пальцем. Далее бьем по третьей струне по четвертому ладу указательным пальцем. Среднюю убираем по третьей струне. После этого мы бьем мизинцем по пятой струне по седьмому ладу. И в этот же момент мы бьем большим пальцем сюда. Далее мы бьем средним пальцем по четвертой струне пятому ладу. И в этот же момент мы бьем вот в это место. Далее мы бьем по третьей струне по четвертому ладу указательным пальцем. После этого мы бьем снова мизинцем по пятой струне по седьмому ладу, и в этот же момент мы бьем бочку. После этого мы снова играем четвертую струну на пятом ладу средним пальцем. И в этот же момент мы бьем средним указательным пальцем вот в это место. Первая фраза с самого начала. Вторая фраза. В первой фразе мы остановились на том, что мы били сюда указательным и средним пальцем. Далее правая рука в этом же положении остается. Играем пятую на третьем указательным пальцем. И в этот же момент мы бьем бочку. Далее играем четвертую на пятом средним пальцем. И в этот же момент бьем пальцем сюда средним пальцем. Далее мы бьем мизинцем по третьей струне по седьмому ладу. И в этот же момент бьем бочку. Первая и часть второй фразы вместе. Идем дальше. Далее мы снова бьем по пятой струне по третьему ладу. И в этот же момент бьем пальцем сюда. Далее мы бьем по четвертой струне пятому ладу. И в этот же момент бьем сюда. Далее бьем третью на седьмом ладу. Далее мы играем пятую на третьем указательным пальцем и бьем сюда одновременно. После этого мы бьем средним пальцем по четвертой струне по пятому ладу и бьем сюда.
фраза с самого начала. Первая и вторая фразы вместе. Третья фраза. Играем шестую на третьем указательным пальцем. И в этот же момент бьем бочку. Руку вот так кладем. Далее мы играем пятую на пятом среднем. И в этот же момент бьем средним и безымянным пальцем. Далее мы бьем мизинцем по четвертой струне по седьмому ладу. И в этот же момент бьем бочку. Далее мы снова бьем шестую на третьем. И в этот момент бьем сюда. Большим пальцем. Далее бьем пятую на пятом. Средним пальцем. И в этот же момент бьем сюда. Далее снова бьем четвертую на седьмом мизинцем. Далее мы бьем шестую на третьем. И в этот момент бьем большим пальцем сюда. Далее мы бьем по третьей струне, четвертому ладу, средним пальцем. И в этот же момент бьем сюда. Третья фраза с самого начала. Первая, вторая и третья фразы вместе. Четвертая фраза. Бьем по шестой струне по седьмому ладу мизинцем и в этот же момент бьем бочку. Далее мы бьем по пятой струне пятому ладу и в этот же момент бьем сюда. После этого мы бьем по четвертой струне четвертому ладу указательным пальцем и в этот же момент бьем бочку. Далее мы указательный палец удерживаем на четвертой струне, четвертом ладу. Бьем сюда большим пальцем. После этого мы бьем сюда, в обечайку, средним безымянным. И в этот же момент мы бьем средним пальцем по четвертой струне, по пятому ладу. Далее мы сдергиваем четвертую струну. Далее у нас будет похожий момент, такой же, как в четвертой фразе в первом уроке. Это когда мы били по пятой струне по пятому ладу средним пальцем. И в этот же момент били слэп по пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Далее,
по пятой струне седьмому ладу мизинцем. После этого снова слэп. Четвертая фраза с самого начала. Первая, вторая, третья, четвертая фраза вместе. Это было первое музыкальное предложение. Второе музыкальное предложение будет точно такое же, как первое, только в третьей фразе, когда мы играли третью на четвертом. Теперь мы будем играть четвертую на четвертом, средним пальцем, а не третью на четвертом. Второе музыкальное предложение с самого начала. Два музыкальных предложения вместе. На сегодня все. Не забываем подписываться в группу ВКонтакте. Увидимся в следующих видео.